Мужской мозг на 25 грамм легче женского, потому что он не запудрен. О, включай, уже сериал начинается. Включай, рыбалку уже заканчивалась. Ты поняла, зачем Джейкоб это сделал? Чтобы Билли подумала, что она с Джейкобом, и бросила его. Крутая приманка. Она его просто разводит. Ты понял, зачем он это сделал? Чтобы карась подумал, что это опарыш, и бросил Бойлы. Крутая приманка. Да ну ее просто разводит. Классный сериал. Офигенный карась. Девчонки, привет. Что случилось? Я Серегу бросила. Парни, здорово. Здорово, Серега. Я Ленку бросил. Леночка, не переживай. Мы тебе поможем и вместе погрустим. Да, конечно. Поздравляю, мужик. Че, отметим? Да, конечно, давай. У меня вот и тортик есть. Давай. А у меня кое-что есть. О! Ну, он, конечно, идиот. Такую красавицу проворонил. Ой. Ну, ты, конечно, идиот. Че ты тянул столько времени? Чем займешься? Не знаю, займусь собой, сменю прическу, одежду, найду кого-нибудь получше. Чем займешься? Уйду в запой. Сменю прическу, одежду, найду кого-нибудь похуже. Девчонки, надо музычку подходящую включить. Давай, давай. Не увлажняй сама глаза, для этого есть осень. Осень, посуши мои глаза. Любовь застряла между сосен. Не как потухлая свеча уныние приносит. Застряли лоси между сосен. Филипп не наш, Филипп Бедросин. Леночка, не плачь, он сейчас сам тебе позвонит. Ну чё, парни, звоню. А, звони. Алло, нам пиццы и сырных шариков. Валентинова 12, давайте побыстрее. Почему он не звонит? Нашел уже себе другую любимую. Парни, смотрите, что я нашел. Ух ты, моя любимая. Слушайте, а знаете что? А я, наверное, все-таки сейчас ей позвоню и все ей выскажу. Она у меня еще извиняться будет. Девчонки, смотрите, он звонит. Наверное, извиниться хочет. Не бери сразу. Раз, два, три. Бери. Не берет. Перезванивай скорее. Ну, не сразу. Раз, два, три. Звони. Наберу еще раз. Занято. Занято. Она по-любому сейчас где-то сидит и плачет. Да. Он по-любому тебе уже изменяет. Ты че, он не такой. Он сейчас сидит где-нибудь и плачет. Ты че, она не такая. Она сейчас сидит где-нибудь и голубя ест. Наташа, что за странное мясо в салате? Давай, давай, кушай. Знаешь, ты найдешь себе кого-нибудь, я тебе говорю. Он просто у тебя такой страшный, мы тебе не хотели раньше говорить. Да? Слушайте, найду себе кого-нибудь. Это навряд ли. Ты просто такой страшный, мы раньше тебе не хотели говорить. На сайте знакомств зарегистрируйся, сразу найдешь. О, давай, так и сделаю тогда. Ой, девчонки, смотрите, он мне написал, что не может меня забыть. О, напиши, что он больше тебе не нужен. Слушайте, она мне написала, что скучает. Все, я ей позвоню. Не надо, будь мужиком. Девочки, он мне звонит. Не бери, будь мужиком. Алло. Алло. Привет. Привет. Ну, ну чё? А ты где? А ты где? А я на дискотеке, да? А ты где? Я в дельфинарии. Ну все, я уже ушел, ухожу из дельфинарии. Ой, уйди, Лень, ушел я уже.
из дельфинария? А я уже ушла из дискотеки и... А, зашла, знаешь, куда? В шотландский паб. У-ху! Мы шотландцы! Задерем свои юбки! Ну, за Шотландию! Ты у Наташи, что ли? Да. А ты что, у Коли? Да. Слушай, прости меня, а? И ты меня прости. Парни, мы, походу, помирились. Девчонки, он, походу, пьяный. Любовь не знает расстояния. Не ведает преград она. И если любишь, то любовью любая рушится стена. Ты что несешь? Дом, строймонтаж строил? Но? То, что надо. Ой, слушай, не могу, так круто! Я тоже так хочу, ты чё? Понятно. Коля! Коля! Коля!